Начиная нашу послематчевую пресс-конференцию, на наши вопросы готов ответить главный тренер футбольного клуба «Шинник» Дмитрий Иванович Хамуха. Дмитрий Иванович, подведите итоги этого матча. Ну, итоги предельно простые. Нас сегодня переиграли по всем направлениям. И заслуженно КамАЗ одержал сегодня крупную победу. Коллеги, вопрос. Дмитрий Иванович, вопрос такой, что из того, что разбирали у КамАЗа, было ли то, что вас сегодня удивило? Да нет, мы просто у нас выездной вояж такой, который состоит из трех матчей. И мы попытались распределить нагрузку между всеми футболистами. К сожалению, эксперимент нам не удался, и мы потерпели крупное поражение. Это вина тренерского штаба. Впереди матч на кубок. Можно ли ждать какие-то изменения по составу, учитывая, что сегодня, как вы сказали, уже была ротация? Ну, они, несомненно, будут. Какая задача стоит в кубке у команды? Играть и пытаться пройти дальше. Вам, как в прошлом футболисту, вот эти поражения, которые 4-0, как на них правильно реагировать? Ну, я говорю, что футболистам самим нужно внутри себя покопаться в психологическом плане, просто самим разобраться в себе, что они из себя на текущий момент представляют. И я сегодня сказал им в раздевалке, что нужно просто самих себя спросить, все ли они отдали для того, чтобы сегодня успешно сыграть. Какие корректировки были внесены в перерыве, как хотели изменить игру, учитывая, что после перерыва сразу была ранняя замена? Две замены у нас оказались вынужденные по травмам, а третья просто выпустили форварда. Все, спасибо. Все, до свидания.